Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Alcatel 1068. И сейчас я покажу вам, как поменять дату и время. Итак, мы открываем настройки. И здесь выбираем настройки телефона. Выбираем дату и время. Здесь мы можем установить часовой пояс. Также можем выбрать установить дату и время. И здесь уже вручную ввести время и выбрать дату. Я не помню, какое сегодня число, 19-е. И нажимаем «Сохранить». Вот. И можем также здесь выбрать формат времени и формат даты. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.